Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег, и в этом видео мы ответим на часто задаваемый вопрос, где же можно использовать арбалет? Арбалет – это крутой подарок, а также хорошая покупка, которая обязательно сделает вас счастливым. Но многих останавливает тот факт, что арбалет – это не просто средство развлечения, но еще и оружие. С 2020 года даже есть закон, разрешающий охоту с арбалетом. Подробнее про документы и разрешение на арбалеты у нас есть специальное видео. Так. Скажи видео еще раз. Видео. Не обязательно сразу покупать арбалет. Сходите сначала в тир, постреляйте там, попробуйте для себя что-то новое. Ну или все-таки можно купить себе арбалет и стрелять в специально отведенных местах. Помните, что для покупки вам должно быть более 18 лет. Ваш ребенок тоже может стрелять из арбалета, естественно, под вашим присмотром. Ведь спорт – это всегда хорошо. Тем более, такой интересный, как стрельба из арбалета. Для этого вы можете выбрать наш арбалет Beer Hunter Mamba. Он легкий, простой и быстрый. Скорость вылета стрелы – 130 метров в секунду. Но главное – это простота взведения и компактные размеры. Конечно же, разгуливать с арбалетом по улице не стоит. Полиция не только не оценит ваших навыков, но и выпишет вам довольно-таки внушительный штраф. В итоге местами для стрельбы являются специально оборудованная площадка, тир, природный ландшафт, где практически нет людей, и ваш собственный участок. Поехали. Я забыл. Охота – еще один отличный способ применения арбалета. Для охоты вам подойдут такие арбалеты, как Beer Hunter Doom, Doom Military и Mamba Fatality. Использование арбалета в охоте – это не только надежный способ добывания еды, но и спортивная разрядка, интерес и целое развлечение. Арбалет – это еще и средство защиты. Купив себе домой даже самый простенький арбалет, вы больше не будете бояться, что вас обворуют. Ведь любой вор, увидев у вас в руках арбалет, испугается и убежит. А поверьте мне, скорость вылета стрелы из любого арбалета гораздо выше, чем скорость бега любого, даже самого быстрого воришки. Ролевые игры. Только представьте, игроки в костюмах, реконструкция исторически важных боев, и вы посреди этой толпы с настоящим арбалетом. На таких мероприятиях это вызовет лишь восторг. Ну, есть еще и другие ролевые игры. Там арбалет, в принципе, тоже пригодится. Oh my. Украшения интерьера. Если вы любите средневековье и хотите украсить ваш дом в этом стиле, то красивый арбалет будет замечательным предметом интерьера, который покажет ваш взгляд. У меня на даче, кстати, висит арбалет. Боуфишинг – рыбалка с арбалетом, где вместо стрел используются гарпуны. С нашим магазином вам не придется волноваться о достоверности документов на арбалет. Кстати, у нас уже есть видео про документы и разрешение, смотреть его по всплывающей ссылке. Вся наша продукция и документация к ней соответствует всем нормам и ГОСТам Российской Федерации. Покупайте арбалеты на сайте Beer Hunter, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. А на этом все, всем пока!